Привет всем, это я, Ролот, и сегодня мы начинаем восьмую часть игры Age of Civilization 2. После серии мы почти ничего не делали, но захватили несколько индийских князств. И мы напали на тимуридов, которые мы победили, да. Их вассалы помогли, но это ничего страшного. Это ничего страшного. Пока что... Мы сильнее их, и мы пока что имеем армию. Да, пока что. Но пока что я ее расформировал, и ничего страшного. Кем мы можем объявить войну? Нет. Блин. Нет. Почему я так постоянно путаю названия индийские? Извиняюсь за то, что я путаю названия этих государств, но я не умею английский делать. Так что извиняюсь. Блин, ты мой вассал? The fuck? Ты с кем воюешь? Омус. А где эта страна? Нюрка. Он же мой союзник. Да? А, нет! Но есть одна проблема. Систан. Как ты пробьешься, если у тебя нету прохода? Нету. Я извиняюсь, но у тебя нету прохода. Нету прохода. Как ты это сделаешь? И вау, тимуриды меня опять любят. И у меня инфляция. Заебись. Нахуй надо помочь своему вассалу, потому что я уже потерял одного вассала. И блядь. Он недоволен чем. Он хочет независимость. Ага. Сейчас. Будет ему независимость. Он его получит только тогда, когда я захочу. А не когда он... захочет. Да ебать. Почему у меня такая большая инфляция? Кто-нибудь может объяснить или нет? Потому что я не знаю, почему у меня такая большая инфляция. Я понял, что не знаю. И вау, мы выглядим красиво. Не важно того, что мы похожи на настоящий. Чего? Ты хочешь независимость? Дай подумать. Нет! Почему я должен давать тебе независимость? Ты мой вассал! Мой! Я! Твой правитель! А нет, ты! Ты думаешь, так можешь делать со мной? Ты думаешь, ты умнее меня, Систан? Я сильнее тебя. Я. А не ты сильнее меня. Понял или нет? Понял. Оба. Нихуя себе. Как у такой маленькой страны такая большая армия? Объясните мне. Кто-нибудь объясни. Это еще не... Еще кто? Ага. Я ни хрена себе. Заебись. Тебе мне придется воевать. С тремя странами, которые я не хочу воевать. Почему? Потому что я гигант. И не за то, что я не люблю. Они что, попросили одного, другого воевать? Не верю. Как-то не верю. Это невозможно. Блин, мне придется делать большую ассимиляцию. Я уже уверен этому. И здесь надо... Казмил? Не, блин. О, отлично. Большая помощь. Замечательная, блин. Ничего себе.
Маленький Сдых. Он имеет право на меня нападать? Ничего себе! Я как заново родился. Это кто-нибудь может это поверить? Нет, потому что это невозможно. И как это возможно? Потому что это не так, как вы все думаете. Ё-моё, как это произошло? Что эти... Ё-моё, нет. Эй, чего я не понял? Они что? У них что? Есть денег? Блин, не надо было им давать денег. Ну не надо, блин, было давать им денег. Почему я им дал денег, я не знаю. Потому что я хотел их пожалеть. Ага, вот что произошло. Пожалел я их. Ну за их, блин. А то, что я не колонизировал. А я был прав. Лучше не надо было колонизировать вот здесь. Я был прав. Эй, еба. Ё-моё. Вау, какая слабая армия. Ну, эй, ничего себе. И так я постоянно себя вижу. Каждый год. Но знаете что? Я не жалуюсь. Вообще-то я не мог знать, что это произойдет. Не мог знать. Но хоть. Ого, блин, какая огромная армия. Ничего себе. Хоть у меня, блин, теперь есть способ оккупировать обе стороны. А ты, Систан, останется... Нет, знаете, что я сделаю? Оккупирую тебя. Нахрен ты мне нужен? Мне не нужно таких вассалов, где передают своих... Ты мой подданный, ты меня предал. Ты меня, блин, предал. И как это чувствуется? Как это чувствуется, Систан? Как? Ну объясни мне, как? Не нравится? Гадко? Я так и знал, что гадко, потому что это гадко должно чувствоваться в твоей душе, твоей маленькой душе. Это станет твоей последней расой. Последний раз, и который ты будешь знать. Это все? Ладно. Возьму все, я думаю. Да, все, потому что тоже мне придумал, блин. Думаю, что он просто из себя сделаем вассалом и военной операцией. Блин, просто мне нужен новый вассал. Нужен. И хорошо. Теща симулируем. И, блин, ненавижу, когда это бывает. И, минутку. Эй, Китиус! Брамба! Неужели, блин, я не заметил эту болезнь? Боже ты мой! Вы что, издеваетесь, может, или что? Блин, как я не заметил эту болезнь? Ё-моё! Блин, как я её не заметил? Блин, ну знаете, что мне нравится больше? Я почти Индию объединил. Почти её объединил. Это что-то важнее. И, блин. И мне придется здесь ассимулировать, блин, везде. А это не так. Блямба. Блин. Блямба. Это какая-то ерунда. Я говорю вам, ерунда. Потому что я
Не согласался на это. Полностью не согласался. И мне еще придется тратить деньги несколько. Прямо. Хорошо, что на Oak Studio паузу можно поставить. Но раньше я не мог паузу поставить. И это меня раздражало, потому что я не знал, как поставить на паузу. Но на этот раз я думаю, что мы не будем волноваться. Короче, надо расформировать эти отряды, потому что они просто используют и высасывают наши деньги. А это очень плохо, потому что мы теперь должны готовиться к другой войне. Боже, что с моим голосом? Я не знаю, что с моим голосом. Я просто не знаю. Блин. Сколько здесь неассимилированной провинции, объясните мне. Сколько? А, блин, это надоедает мне полностью. Блин. Еще лучше. Ёб твой. Блин, вы что, издеваетесь? Вы что, правда издеваетесь? Я должен это все ассимилировать? Ну да ладно. Я думал, что это просто ерунда. Блин, сколько здесь... Блин, сколько здесь людей умерло? Вы что, издеваетесь? Или хотите так пошутить? Потому что это... Не так смешно, как мне кажется. Потому что нет. Как? Объясните мне. Объясните, как это возможно? Что здесь большая тюрьма? Блямба. Это полностью ерунда. Блин, просто что? Все. Короче, надо теперь расформировать эти отряды. Потому что я думаю, что у меня очень много... армии, да, так и знал, расформировали, потому что это просто не нужно, и здесь не нужно, нет, просто не нужно, я говорю вам, эти отряды мне не нужны, ага, ага, о, блямба, почему ты не вернулся домой, хоть заставиться, пожалуйста, тебе никто не мешает. Так, тебя расформируем, потому что ты должен вернуться к своей семье, как я понял. Ты тоже... Короче. Нам получилось захватить две страны сразу, это очень хорошо. Но знаете, что плохо? Одна вещь. Теперь мы должны будем ждать, пока ассимиляция окончится. Это очень-очень... И во-вторых, у нас инфляция большая. Очень большая инфляция. Очень большая инфляция. Она так надоедает, что даже вау. Блин. О, ты выдержался, молодец. Нихрена себе, ты как-то выдержался. Я рад сказать, что ты умнее, чем я думал. Хоть, знаете, я не думал, что это возможно. И блин, опять? Где? Я не... Да ладно, вы что, шутите? Бляба. Это просто ничего себе. Что здесь происходит? Объясните мне, я вообще-то сам уже не знаю, что здесь происходит. Потому что я не понимаю, как здесь можно... Ну я не знаю, блин, просто не знаю. Блин, я хотел хотел идти на войну, а потом оказывается то, что я не смогу.
Ё-моё. Я не знаю, как вы, ребята, но это мне надоедает. Нет, красиво было, а? И очки кончаются. Это меня раздражает больше всего, когда очки кончаются. Блин. Когда очки кончаются, тогда больше тут не, потому что мы огромные. Фу, ну что это все. Как я рад сказать, это все. Ах да, у меня есть еще этот WhatsApp. Ава. Знаете, что странно? Я играл один раз за Испанию, я создал Либерийский союз, и Ава, наверное, меня так раздражал, что даже вам. И вау. Вау. У Бангара есть Ваславы. Ничего себе. Я рад сказать, это что-то умное. Блин, не хочу сказать, что я хочу напасть на Бангара. Пока что. Он может быть не хорошим союзником. Блин. Здесь все окончено. Здесь. А, блин. Это мне не нравится. Блин. Блин, забыл. Здесь. Даже. Кто меня любит? Сагатай любит. Ура. Меня любит монгольская. Ну не монгольская, но какая разница? Важно того, что меня любит. Ладно. Подожду, пока симуляция кончится. И обязательно инфляция. Обязательно инфляция. Нет, не нравится. Инфляция. Инфляция. Ого. Нагай надо получить население. А мюкам тоже. Блин. А как в Европе все происходит? Я даже не знаю. Я не знаю, что в Европе происходит. Просто трудно понять, что происходит в Европе. Но знаете что? Пока что мне на Европу не интересно. Ладно. Нужно повоевать здесь. О! Да блин, Бангал, ты издеваешься? Чего ты сдаешься этим? Идиотом. Вот. И почему твои вассалы тебе не помогают? Объясни мне. Все. Бангала нету. Бангал уничтожен. О, а симуляция окончилась. Ура. Ура, симуляция окончилась. Нам повезло, потому что так и есть. Короче. 18 минут уже, как снимаем видео. Это очень хорошо. Теперь, блин, не везде закончилось. Симуляция эта тупая. Блин, меня раздражает иногда. И еще даже несколько провинций даже не окончилось. И блямба, почему люди умирают? В моей стране, объясните мне, почему они умирают? Кто-нибудь может мне кто-то сказать, почему мои люди умирают? Потому что я не знаю. Ого, бля. Ого, что здесь происходит? Ты, ну, захватывает. Он с кем-то воюет?
Нет, они союзники. Я опять? Ну вы издеваетесь, да? Потому что это уже как-то меня раздражает. Нет, эта серия будет только про ассимиляции и ассимиляции. Потому что здесь уже ничего не происходит. Потому что правда, здесь ничего не происходит. Блин, потому что несколько стран даже ассимиляции не окончены. Здесь окончены. Значит, я могу на них объявить войну. Значит, да. Короче, мне плевать, я объявляю войну. Тут-то мне хочется это сделать. И блядь. Потому что я не хочу тратить свои деньги только на войско. Потому что это будет выглядеть как будто не мои границы. Ой. Блин, сюда это дело. Ах, пока что. Мы пока что спасим. И эта инфляция мне надоела. Ха. Че он проигрывает? Че он захватывает Вия? Я... Похуй! Как называется страна? Блин, всё! Давай мне свою землю, блин! Потому что я вижу, что ты срабак против... Против... Срабак, потому что ты никак не мог распространять свои границы, и это очень жалко. Нет, серьезно, очень жалко. Видит, что такие страны слабее. И он даже пытается сопротивляться. И снова. Все, захватил. Блин, какие-то страны они, слабаки какие-то. Нет, я серьезно говорю. Какие-то страны, слабаки. Против кого? Ладно, как себе хочешь. У меня война все равно закончена. Закончена. Все. Ассимуляция закончена. Сколько здесь ассимуляции? Ё-моё. И блин, вы хотите сказать, что несколько провинций даже слабо. Защиты? Говно какое-то. И с кем ты хочешь воевать? Да что ты, да что? Не сути мне, блин. Нахуй, почему я согласился? Почему я согласился? Так ты мой союзник. Потому что мне как-то здесь не интересно. Минутку. Кто с кем воюет? Я запутался. Я запутался, блин. Я не знаю, кто с кем воюет. Ах, не важно. Важно того, что... Индия почти объединена, и мне будет плевать на то, что придется воевать. Короче, ребята, увидимся в следующий раз, и пока.